Александр Лукашенко призывает сделать все возможное, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир. Об этом президент сегодня говорил на встрече с духовенством во время посещения Жировичского монастыря. Глава государства принял участие в молебне и зажег свечу одной из самых почитаемых христианских святынь – иконы Жировичской Божией Матери. Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих, и не только. Здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира. В прошлом году, в преддверии 550-летия обретения чудотворного образа и 500-летия со дня основания монастыря, комплекс был приведен в надлежащее его статусу состояние. Но еще есть над чем работать, и президент поставил задачу в течение 3 лет сделать из агрогородка и территории монастыря настоящую жемчужину. То, что я видел, это не гоже. Надо сделать здесь, как копости. Правильно, Александр. Улицы, улочки, переулки, дороги. И все должно сюда сходиться, к монастырю. В идеальное состояние надо привести. Это должна быть жемчужина. И она смотреться должна как жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребность выделим. Но, как владыка, по-хозяйски. Белорусская православная церковь вносит весомый вклад в сохранение межконфессионального мира в нашей стране, но сейчас приходится буквально отстаивать и фактически спасать вековые устои и ценности. Наша страна за последний год подверглась мощному информационному давлению, сейчас этап санкционного воздействия. Кроме того, те, кто заинтересован в развале белорусского государства, пытаются внести расколы в белорусскую православную церковь. Президент поблагодарил духовенство за готовность работать во имя единства нашего народа. Нам вместе с православной церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится спасать наши традиционные вековые устои. И порушить мы их не должны. Мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, что в Беларуси, где народ со времен Ефросини Полоцкого и Кирилла Туровского молился в единстве избавлением от междоусобиц, поэтому мы ни в коем случае не должны этого допустить, следуя заветам этих святых. Отрадно, что наша церковь православная разделяет нашу озабоченность и готова работать на единение нашего народа. На территории монастыря находится еще одно значимое для православных христиан Беларуси место. Здесь захоронен митрополит Филарет, отдавший немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря и духовной семинарии. Глава государства почтил память почетного патриаршего экзарха Беларуси. В завершении визита Александру Лукашенко подарили точную копию иконы Жировичской Божией Матери, которую совсем скоро смогут увидеть гости Дворца Независимости.